Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем на ментальном лотерее под названием «Магия звезд». Здесь у нас данная лотерея. Стираем вот это солнышко, находим либо какой-то символ, либо же денежную сумму. 30 рублей, демократичная лотерея. Это последняя оставшаяся в живых, скажем так, демократичная лотерея с нормальной ценой. И здесь, если символы нашли, допустим, нашли Деву, Весы, Скорпион. Взяли эти 3 билета и обменяли на 6 тысяч. То есть можно тандемы из них составлять и менять на торговых точках. Подпишитесь, друзья, на канал Технобар Плюс. Прожимаем лайк данному видео. Поехали. Дева. Нередкий знак. Телец. Нередкий знак. И 80 рублей. Отлично, друзья. 90 потратил, 80 рублей вернул. Уже хорошо. А Дева, Телец. Редкий, нередкий знак. Телец в тандеме на 3000 и Дева в тандеме на 6000. Ну, друзья, меня больше интересует вот эта вот сумма. 80 рублей. Хорошо. Я доволен игрой. Подпишитесь на канал Технобар Плюс. Я желаю всем удачи.